Более 2 миллиардов гривен столько жителей области задолжали за коммунальные услуги. Об этом рассказали в областном совете. За последний месяц абоненты стали хуже платить за газ, электроэнергию, воду и тепло. Это может негативно отразиться на экономике всей области, считает Андрей Шишацкий. Снизилась платежная дисциплина за газ и электроэнергию гораздо ниже, чем в прошлом году. Вот это реальные угрозы сегодня.